Псалом 87. Песнь. Псалом сынов Кореевых. Начальнику хора на Махалав для пения. Учение Емана Езрахита. Господи, Боже, спасение моего, днем вопию и ночью пред Тобою, да внидет пред лицо Твое молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему, ибо душа моя насытилась бедствиями, и жизнь моя приблизилась к преисподней. Я сравнялся с нисходящими в могилу, я стал как человек без силы, между мертвыми брошенный, как убитые, лежащие во гробе, о которых ты уже не вспоминаешь и которые от руки твоей отринуты. Ты положил меня в ров преисподний, во мрак, в бездну, отяготела на мне ярость твоя, и всеми волнами твоими ты поразил меня. Ты удалил от меня знакомых моих, сделал меня отвратительным для них. Я заключен и не могу выйти. Око мое истомилось от горести. Весь день я взывал к Тебе, Господи, простирал к Тебе руки мои. Разве над мертвыми Ты сотворишь чудо? Разве мертвые встанут и будут славить Тебя? Или во гробе будет возвещаема милость Твоя и истина Твоя вместе тления? Разве во мраке познают чудеса Твои и в земле забвения правду Твою? Но я к Тебе, Господи, взываю, и рано утром молитва моя предваряет Тебя. Для чего, Господи, отрываешь душу мою, скрываешь лицо Твое от меня? Я несчастен и истаиваю с юности, несу ужасы Твои и изнемогаю. Надо мной прошла ярость Твоя, устрашения Твои сокрушили меня. Всякий день окружают меня, как вода, облегают меня все вместе. Ты удалил от меня друга и искреннего, знакомых моих не видно».